Здравствуйте! Сегодня у нас будет презентация по вопросам экологического активизма, роли общественных организаций, которые они выполняют в вопросах охраны окружающей среды, продвижения устойчивого развития. Меня зовут Вадим Ни, я являюсь председателем экофорума общественных организаций. Это сфера моей общественной деятельности, которую я выполняю на общественных началах, а в принципе работаю в качестве консультанта по вопросам экологического права, разрабатываю законодательство, занимаюсь реализацией экологических конвенций в Казахстане, в других странах Центральной Азии, ну, периодически участвую в переговорах по вопросам изменения климата и другим экологическим вопросам. Сегодня мы представим вопросы экологического активизма и участия общественности в вопросах охраны окружающей среды, сделав такой небольшой экскурс, путешествие между различными пунктами в пространстве во времени. Воспользуемся вот услугами моего давнего друга и коллеги Сергея Соляника, какую-то часть вопросов он представит. И каждый из сюжетов будет сопровождаться видео, а дальше уже пойдут комментарии по конкретной теме. Мы начнем с вопросов Аральского моря, экологических проблем, связанных с высыханием Аральского моря, сохранившейся части Аральского моря. Дальше мы перейдем к Семипалатинскому ядерному полигону, где долгие годы производились ядерные испытания. Затем у нас будет Павлодар с его проблемами промышленных загрязнений. И далее мы перейдем к Каспийскому морю, где у нас когда-то было море полно биоразнообразия и различных видов, которые мы потеряли, к сожалению, и теперь добываем нефть и уже не видим тех видов, которые когда-то славилось Каспийское море. Затем вернемся в наш родной город Алматы. Здесь у нас проблемы смога, проблемы сохранения Іле-Алатауского национального парка, наших гор, и где сейчас планируется строительство горнолыжного курорта на Кокжаляу, против которого активно выступает общественность.